вот это мне, знаете, что понравилось? Куда подевались миллионы лет истории? Я смотрю на эту Землю, да, на планету в целом. Искусственное образование. Чисто искусственное. Не знаю, сколько Бог его создавал. Вот. Если день считать там миллионом лет или, может, миллиардом лет. Ну, день для Бога. Вот. Но это искусственное. Это. Я когда насмотрелся на этих разрезах почвы, где их только не делали, в карьерах, там, в этих котлованах. Вот. Ну я что, слепой? Это же строительная конструкция. Мне же материться хочется. Ну не сбрасывайте его это самое. И там какие-то, кто-то Богом называет, Аллахом, какие-то высшие силы. Не сбрасывайте его со счетов. Не учите детей, что вы с грязной лужей, и это теперь с честь, совести, достоинства. Нет таких понятий, потому что мы с грязной лужей. Сейчас каждый день садят то это, прокурора, то этого самого губернатора, то депутата, то министра. И садят, и садят. Господи, 100 человек найти не могут честных на всю страну. Да я вам сходу сейчас 10-20 назову. Причем с высшим образованием. Толковых, умных, грамотных, работящих. Как не назначат вор? Как не назначат вор? Начиналось с того, что учили с грязной лужи, мы вылазим. Амеба выползла. И вперед. Вот. Какая честь, какая совесть. Как же не украсть-то? Где-то люди без денег помирают, просто помирают. А кто-то яхту покупает. На эту яхту можно было десятки тысяч людей за эти доллары спасти. Если только вовремя закупить оборудование диагностическое. Половину больниц позакрывали. Вот мы так и живем. Я говорю, все искусственно это. И в школе надо проходить. Не как истину, а то возвели истину из грязной лужи. Вот. Набор молекул случайно сцеплялся, получился это. 20 миллионов лет назад, после великой катастрофы, или 150 миллионов назад, на Земле остались млекопитающие. Вот такие мышки, вот показывают размер с крысы, только хвост, короче. И за 150 миллионов лет с нее постепенно, вот уже это, вот уже обезьяна, вот и человек. И это люди верят вот на полном серьезе. Почему? А как же не верить? В школе преподают. А вы как вариант преподаете. А вы посмотрите на эти искусственные сооружения. А вот если не так было. И любой не должен бивать в истину ни один преподаватель. Он должен говорить, ребята, рассмотрим равноценные варианты. И вроде за это, вот прям на руку. Вы представляете, вроде бы, да, здесь лужи, вот цепочка прослеживается, вот генотип, вот это вот самое. Что у нас, что у этого самого, в этой мышки, которая от катастрофы где-то спряталась в норке, а потом развилась человека. У них смотришь, да, у них ДНК, да, действительно. А посмотришь, ведь действительно, это вся Вселенная, не Вселенная, вся Солнечная система, она настолько одно к другому так приделана, именно приделана. Давайте этот вариант просмотрим. А третий вариант, вот он, Библия пытается соединить, чтобы была честь и совесть. Не убей, не укради.